В День города на площади Пушкина откроется точка Wi-Fi. Бесплатным интернетом ивановцы и гости областного центра смогут пользоваться 25 и 26 мая. С инициативой организовать в центре Иваново беспроводной доступ к интернету выступила городская ученическая дума. Молодежь самостоятельно нашла компанию-провайдера. В настоящее время завершается работа по монтажу оборудования. Городские власти уверены, что услуга будет пользоваться популярностью. В день на центральной площади города собирается до 1000 человек. Это кратковременная мера, техническая такая проба. То есть это будет на 2 дня, а потом при достижении договоренности с администрацией города мы планируем на долгосрочное сотрудничество и размещение Wi-Fi.